Всем привет! Сегодня вспоминаем старый бабушкин рецепт запеченные яблоки с творогом. В последнее время мы так завтракаем. Берем яблоки, творог, желток и орехи. Поехали! Для начала отрезаем у яблока верхушку и вырезаем серединку. Во всех яблоках я сделала отверстие. Теперь отправляю их на минут 10 в духовку немножечко подпечься. Пока яблоки запекаются, делаем начинку. В творог добавляем яйцо и хорошенечко просто вымешиваем. Можно взблендерить, будет еще лучше. Что можно добавить сюда еще? Можно добавить изюм, курагу, ну все что угодно. Кто-то добавит сахар, но я сахар не добавляю, нам достаточно будет сладости от фруктов. Итак, яблоки подпеклись, даже немножечко, видите, сок выделился вовнутрь. Теперь наполняем яблоки начинкой и отправляем в духовку опять. Отправляем в духовку буквально на 5-10 минут. Все, буквально 10 минут и запеканочка в яблоке готова. Главное не передержать, иначе яблоки просто полопают. Все, можно кушать. Кстати, прекрасный сбалансированный вариант, как на завтрак, так и на полдник. Легко, вкусно, быстро и просто.